Всем привет! Сегодня продолжаем тему самообороны и заканчиваем тему нежданчиков, то есть которые вы удары и связки, которые вы наносите первыми в момент, когда видите, что драка неизбежна. И сегодня мы рассмотрим ситуацию, то есть напомню, в прошлые разы мы рассматривали ситуацию, когда руки опущены, когда руки у нас находятся на груди, мы прикрываем лицо, прикрываем солнечное сплетение, частично защищены. И сегодня рассмотрим вариант, когда мы показываем типа позицию, мы сдаемся, не трогайте нас, мы ничего не имеем против вашей позиции и религиозных взглядов, но человек все равно продолжает на вас напирать. Опять же, помним про самооборону, про закон, любые ваши такие действия могут быть расценены потом законом, если вы первый нападаете, как то, что вы нарушитель, вы преступник, а не тот, кто реально к вам подходил, даже если он вам угрожал. Хорошо, связка такая, как без тебя. Связка простая. Первое, самое вообще простое, ты говоришь, успокойся, пожалуйста, отойди, человек к вам все равно идет. Вот со мной чаще всего было так. Первое, что я делал, просто человека отталкивал, но не делал продолжение. Если он уже напирал потом на меня, дальше уже работал с ним, там, ногами, руками, как получалось. Самое простое, на что никто не реагировал, это оттолкнуть человека от себя. Причем можно толкнуть жестко. Давай. Я аккуратно. Можно толкнуть одной рукой, типа, да иди ты. Это может сделать и девушка здоровому богую. Да. Медленно. Вот эта вот область. Уже показывали точки в отдельном ролике. Вот сюда, под углом 45 градусов вниз. Да, пальцы засунуть. То есть мы вроде бы человека просто толкаем, типа, да отойди ты. Если нужно, добавляем туда пальцами ему. Просто туда вдавливаем. Ни в кадык нет. В яремную впадину, да, называется? В яремную впадину под 45 градусов вниз и туда толкаем. Можно, конечно, просто ткнуть, но лучше не надо. Можно перебить кадык, и человек задохнется. Удушье никому не нужно. То есть вам нужно себя защитить, а не убивать противника. То есть просто стояли, раз и толкнули туда. Ну, конечно, нужно понимать, что вы толкнули, а дальше нужно что-то делать, что он все равно к вам подойдет. Со стороны это выглядит, как будто вы просто его толкнули. Но не об этом сегодняшнее видео. Первое, что нужно сделать, то есть вы говорите, отойди, не надо меня трогать. Идете боком, не подставляйте пах. Не включайте жалость, не включайте внутреннюю лицу, не надо меня бить. И говорит, хочешь поговорить, говори на расстоянии. Держите руки, но будьте готовы, что вам могут отхватывать пальцы какие-нибудь профессионалы, либо борцы хватать за руки и вас бросать. Но такое бывает крайне редко, потому что в основном попадаются какие-то, не знаю, упоротые ребята, которые никуда не ходят. Просто хотят ходить по барам и за счет вас там, пить пиво. Попробуй меня сейчас ударить. Вот я держу человека на расстоянии, попробуй сейчас меня ударить руками, либо ногами, без разницы. Резко их можешь делать. Либо ногами, да. То есть вот просто стоите вот на расстоянии. Руки. То есть просто не дайте человеку подойти. Да. Ну, короче, смысл в том, что ему будет сложно что-то предпринять, не стоит, что они бьют не профессионально, а не быстро. Тем не менее, это будет намного сложнее, чем когда вы подойдете вот так к человеку, и он вас раз пробьет, либо с колена пробьет, либо отсюда, раз локтя. Ну, то есть вариантов куча, посмотрите видеороликов в интернете полно. Держим на расстоянии. Если человек все равно не может никак не угомониться, говорит, отойди, я пуганный, я буду драться. Ну, нет, это ты уже дерешься, ты просто подходишь. Вот человек на меня напирает. Нет, ты просто на меня напираешь. Она еще не дерется. Если она дерется, я тоже уже буду драться. Я просто говорю, ну отойди, успокойся. Что я делаю? Просто толкаю человека от себя. Следующий момент. Человек подходит, я держу его на расстоянии, толкаю его от себя, и пока он выгибается, бью ему в пах. Я легко, покажу медленно, давай. Человек напирает, вы отходите, держите его на дистанции обязательно, чтобы ни в коем случае не приблизиться. Он подходит, толкаете, пробиваете пах, вот, и дальше, позади. Это если нужно. Сильно выпало? Пробивалось, да, сильно? А, ну по затылку, то ладно. А пах нормально? Еще разок попробуем. Другой руки сработают. Опять же, отходим, держим его на дистанции. Давай немножко дальше начнем. Рано меня, типа, подходи. Ее задача подойти, как будто бы ударить меня. То есть она хочет сблизиться, чтобы ее удар был для меня незаметный. А моя задача просто держать на расстоянии. Я же еще не знаю, точно он будет меня бить или не точно. Но скорее всего, судя по глазам, точно. Давай, опять, ходи. Снова напираешь. Говорю, стой на расстоянии, что ты, успокойся, ты можешь еще больше напирать. Толкаем, пробиваем в пах, сейчас его добавляем, все. Этого достаточно. И уходим. Первая связка вообще элементарная, толкают на улице ноги, то есть
ничего особо. Просто добавляем ударом в пах, пока его корпус назад, он пытается выровняться, пах открыт. Пробиваем, он сгибается. Согнулся, добили сверху. То есть по реакциям, просто медленно сделаем. Отхожу, пока она выравнивает. Раз, она сгибается вперед. И здесь уже, как удобно, либо одно, либо другое, какое удобно, цепляете, добиваете. Голова недостаточно наклонилась, помогите ей наклониться и добавьте. С последним ударом очень осторожно, чтобы, если не перестарались, не слетели позвонки. И вторая связка немножко будет посложнее, но зато более аккуратная для любителей искусства. Я стою, раз в глаза, ткнул в глаза, человек отвелся, памс, о, отлично. И тут уже можно добавить так, но мы делаем чуть-чуть по-другому. Это укороченный вариант, вообще простой. Раз, два мы делаем, человек согнулся, подхватываем руку, пробиваем снова. Дальше, в зависимости от ситуации, что нам нужно делать? Делать залом, либо опустить его на землю и взять на болевой. Либо же, если нужно опять же добить, пробили то, что мы уже раньше делали, захватили за глаза и крутанули. Опять же, прижали к себе и вниз. Это я сейчас поднимаю, чтобы не нагружать ее. Вот еще разок связка. Стоял, типа общался, все. Раз, в глаза. Два, человек согнулся. Отсюда подхватил, это может быть удар. Пробил, например, пробил. И отсюда. Не кручу. Да. Либо так, либо же так. Ну, это мы не пробовали, не знаю. Можно ли так сломать руку? Скорее всего, можно. Если рука будет прямая. Но как показала практика, некоторые мастера покают эту связку, но как показала практика, человек все время хочет руку согнуть, потому что тут его бьют, он пытается руки выставить. Поэтому, еще раз, две последние связки. Раз, два, она согнулась, придержали, пробили. Еще. Раз, два. Отсюда подхватили голову, подхватили руку на всякий случай. Еще раз зарядили, куда получится, либо в пах, либо же в грудь, сбили дыхание и добавили. Мне нравится последний вариант, потому что он позволяет дальше много разных вариаций делать. Он более сложен, но потом вы можете и так крутить человека. Плюс для отработки разных вещей он тоже, вот чисто как тренировочный момент, тоже лучше подходит. Давай, наверное, спиной покажем. Вот так вот мы стояли. Работаем с той руки, в сторону которой повернут человек. Сейчас человек повернут сюда, значит, работаем так. Если он к вам стоит фронтально, тогда без разницы, какой рукой работать. В данном случае ближе правая, работаю правой. Ближе левая была бы, работаю левой. Мощный удар. Хорошо, работаем. Стоял, типа я же ничего, никак. Раз, человек отклонился. Два, пробили его, отхватили. Пробили снова, добавили. Отсюда захват за глаза, крутанулись. Еще разок. Стоял. Я в лоб ткну сейчас просто, чтобы было понятно. И вот так ткну, неправильно. Чтобы было понятно. Раз, ткнул. Ой. Аж зубы затащили. У меня нет такой. Живой попал, да? Все. В принципе, все. Еще раз медленно, чтобы проработать. Первый вариант. Человек наступал. Лучше всего, если наступать, человек толкнули, пробили в пах. Дальше снова доработали. Второй вариант. Ткнули в глаза, ткнули в пах. Пробили, закрутили и снова за глаза. Третий вариант, опять же удар по глазам, сюда, подхват руки. Неважно, рука была здесь, например, на защите. И, например, она не опустилась. Ну, там ткнул, неважно. Раз, раскрыли, пробил, добав. Рука опустилась не, чтобы вот я пробил человека в пах, то он схватил за пах. Неважно, цепляемся вот. И кинули. Спасибо. На этом с нежданчиками все. Возможно, в будущем, уже в далеком будущем, покажем другие связки более сложные. Но более сложные связки нужны скорее для того, чтобы отработать вариативность, чтобы вы не ограничивались только этим. То есть, например, последняя связка могла быть сделана по-другому. Сейчас ткнул, человек согнулся, пробил, отсюда есть. Пробил. То есть можно было бы ее усложнить так, но для улицы нет смысла. Показали самое простое. На сегодня все. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Не хамите, за это мы баним. Ну а всем удачи, хороших тренировок. До скорых встреч. Пока-пока. Сильно. Вот с кулаком-то так, она уже загудела. Я помню, что такое. Только не помню, что оно хло.
Ты зубы хлопнешь? Ничего не будет. Нет, а что там может быть? Ничего не будет, а? Да нет, мой.